А сколько стоит такое саше в магазине? Это, ну, не дешево, да? А вы сейчас все изготавливаете свое саше индивидуальное, с индивидуальным рисунком, с индивидуальным запахом. В клубе «Хозяюшки» очередной мастер-класс. 9 участниц учатся делать аромасаше. Выложить сухоцветы, залить воском, добавить 20 капель эфирного масла, немного подождать и готово. Разместить изделие можно где угодно. А здесь, кроме новых знаний и навыков, пенсионерки получают заряд положительных эмоций. С хорошим настроением делаем разные поделки. Мы здесь, в этом клубе. И очень нравится, очень много познавательного для нас. Интересно. После выхода на пенсию у граждан старшего поколения происходит изменение социальных связей. Появляется больше свободного времени и неорганизованного досуга. И эффективным средством для поддержания активного образа жизни является посещение клубов общения. Одним из таких клубов общения является клуб «Хозяюшка», занятия в котором проходят 2 раза в месяц, где мы занимаемся различными видами прикладного творчества, то есть в разных техниках, и в техниках рисования, и в технике квиллинг, и вязания, и изготовления цветов из бумаги, из фоамирана. Попасть в клуб может любой желающий. Участие в мастер-классах бесплатное. Помимо таких занятий для пенсионеров организуют различные экскурсии. Они уже побывали в зоопарке, краеведческом и литературном музеях имени Ключевского и одной картины, а также в океанариуме.